Можно явить в суде, защищая себя и защищая кого-то. Это все должно быть, как принято говорить, легитимным информационным продуктом. Вот легитимный информационный продукт стоит очень дорого. Библиотеки содержатся на деньги бюджета страны, бюджета области, бюджета муниципалитета. И библиотеки комплектуются в том числе и доступом к тем информационным ресурсам, которые являются, ну, истинными информационными ресурсами. Поэтому, несмотря на то, что в интернете есть все, инструмент к тому, чтобы найти там то, что сделает вас сильнее, свободнее, потому что такое знание? Знание – это свобода человеческой личности. Поэтому библиотека в этом смысле, она, конечно, партнер ваш, она попутчик в этой жизни. И мы очень рассчитываем на то, что такая библиотека, как наша, станет вам другом, вы будете заканчивать школу, вы пойдете в вуз, вы будете, как сейчас говорят, закончив вуз и получив специальность, человек по жизни, чтобы быть современным, быть востребованным, он трижды меняет сегодня свою специальность. Значит, трижды он учится, обладает новыми знаниями. Но без библиотеки никак. Поэтому, надеюсь, с этого диктанта мы с вами друзья. Всего доброго.